Программа переселения соотечественников существует с 2014 года. За это время в Жуковский район приехало около 300 человек. В 2017 году к нам приехало около 15 человек соотечественников, которые вступили в программу, оформляют необходимые документы, снимают или покупают жилье и проживают на территории нашего района. Но многие из них, особенно женщины, работают в социальной сфере. Это воспитатели, это работники по обслуживанию престарелых, ну и многие также работают в сельской местности, занимаются предпринимательской деятельностью, покупают патенты и разведением животноводства. Юлия Куковенко приехала в Жуковку вместе с родственниками и будущим мужем в 2014 году. Обратились в миграционную, получили временное убежище. Мы приехали к материной куме, вот, жили временно у нее. Со временем, ну, обратили в администрацию, там, значит, нам дали квартиру под съем, конечно, вот, жили мы там, со временем родители уехали обратно, они прожили здесь с июля месяца по октябрь, ну, так как, естественно, все-таки там, да, война, но там и работа, как бы жилье свое осталось, потому что мародерство процветало, можно так сказать. Вот, ну, в общем, вынуждены были вернуться. Спустя долгое время Юлия с мужем стали соотечественниками. Муж устроился автослесарем-механиком на Жуковский велозавод. А Юлия обратилась в центр занятости, потому что ее специальность – автоматизация железнодорожных предприятий. Мне позвонили, сказали, что можно получить единовременную выплату. Еще пришла, чтобы узнать, есть ли какие-то вакансии, возможно, есть какие-то курсы, чтобы приобучиться, получить новую какую-то профессию. Потому что профессия моя немного не востребована. Еще один наш соотечественник – Елена Герич. Работает помощником воспитателя в детском саде «Аленушка». Вместе с мужем и двумя детьми приехала из Одессы в том же 2014 году, когда начали стрелять. Когда приехали, сразу пошли в ФМС, гражданство же надо делать, вот. И нам сказали, чтобы получить гражданство, надо сначала иметь государственную работу. Вот. Ну, я устроилась, конечно, первой. Вот благодаря нашей заведующей Галине Юрьевне, она взяла меня на работу. Может быть, если бы не взяла, может быть, я бы до сих пор еще без гражданства была. А так уже гражданство имею. Уже 4-й год я работаю здесь. Муж устроился на пилораму, дети пошли в школу. Жизнь в Жуковке и работа в детском саде Елену полностью устраивает. Мне нравится, да, потому что это как бы мое. Я когда жила там, я училась тоже. Ну, я, правда, не окончила, я не на воспитателе, я на историка училась. Но я не окончила, так сложилась ситуация. Сейчас Елена проходит курсы подготовки, чтобы из помощника стать полноценным воспитателем. Светлана Свибович о прошлом вспоминает с неохотой. Уезжать в спешке ей пришлось из Краматорска в самый разгар военных действий. Собрались, одолжили деньги. Не было вообще сообщения, нам нужно было добираться в Харьковскую область своими путями как-то. Попали под обстрел, но обошлось, слава богу. И мы, сначала муж уехал со старшим сыном, а потом уже, когда сын закончил младшую школу, мы приехали уже в июне месяце именно сюда. Помогли дальние родственники и просто неравнодушные граждане Жуковки. Все, кто чем мог, помогал нам. Кто чем, кто продуктами, кто вещами, кто, потому что мы бросили все, мы оставили там все. Мы ничего не брали, только документы. 4 месяца прожив у тетки, переехали на съемную квартиру. Работа нашлась сразу. Сын устроился в Жуковке, муж уехал на север, а Светлане центр занятости предложил должность в доме-интернате. Было тяжело первое время, но благодаря коллективу я так и адаптировалась, потому что действительно очень доброжелательные люди. Центр занятости Жуковского района не забывает о своих соотечественниках, стараясь помогать и поддерживать их во всех начинаниях. Игорь Умаров, Анатолий Чекрыгин, события Жуковка.